Всем привет! Заснимем сегодня видео небольшое по тесту нового телефона. Вот этого. Blackwell 9700 Pro. Он с такой вот камерой идет. Как бы она наружнее. Вот сейчас я на нее снимаю. Посмотрим с нее звук. Буду там вставлять звук с камеры, звук вот с этой камеры, грубо говоря, с телефона. А может, телефон отдельно пишет даже звук, я не знаю. Если честно, как он пишет. Возможно, и отдельно звук. Вот сейчас уберу его в карман, посмотрим, как он там будет писать. Ну и поснимаем на нее. На это одновременно я похожу. Посмотрим, поставляю кадры. Какая разница. Также самого телефона. Кстати, что хочу сказать про телефон, про это. Когда я записывал с него видео, но я там ставлю кадры. Тут мы маленько катались вот на Мерседесе. На 190-м. Но там такое качество видео получилось, офигеть. Короче, картинка, как вы знаете, вот так вот маленькая. На это. Вот как вот сейчас она вот здесь. На телефоне. Вот такая картинка. Я не знаю, как надо, в каком качестве писать. Может, кто знает, специалисты. Я не такой специалист по форматам видео. Можно вообще изменить вот это видео с телефона в нормальный, чтобы полноэкранный был размер. Потом на телевизоре, на компьютере, грубо говоря. Если кто знает, как это сделать, напишите. Или как снимать надо, чтобы в таком формате было. В каком качестве надо выставить видео. Ну, тут, в принципе, качество немного у него выбора. Но я сейчас, в принципе, покажу чуть позже. Так, ну сейчас вот снимаем на эту камеру и звук также пишем. Кстати, звук я не знаю, по-моему, она пишет. Сейчас я сниму. Да, у нее здесь микрофона нету точно на камере. Значит, она звук пишется с телефона 100%. Камера, по сути, будет снимать только видео. Ну, а звук я буду сейчас писать на эту камеру. Похожу сейчас, поснимаю сразу на две камеры одновременно. И поставляю кадры. Так, ну вот. Посмотрим, как они снимают. Вот сейчас я снимаю тут и на эту камеру. Вот на эту. И на эту вот. На Соньку, на нашу. Так, ну вот это сейчас звук Sony. Вот это звук сейчас, что записал телефон. Так, походим немножко просто за вперед. Так, опять Sony. Заглянем в кабину, в более темное такое пространство. Посмотрим, как она темная. Это как бы камера телефонная, она у нас идет как ночная. Как ночная, по идее, с нее должна картинка быть другая. Да. Ну вот как-то. Как-то так вот. На ветер тут тоже. Газончик что-то весь. В общем, вот так. Так, ну а теперь давайте заснимем на просто на телефон видео. Посмотрим, как сам телефон будет снимать. Причем обе камеры. Так, ну вот эту камеру отцепляем внешнюю. Так, заходим в камеру телефона. Так, вот видео. Сейчас покажу, какие настройки тут стоят. Так, 1080, можно 720, можно 480, ну, в 1080 будем снимать. Так, разрешение камеры. Вот я тут поставил 12 мегапикселей на 16,9. Ну, 4,3 это узкий, как говорится, экран. Было. До этого вот я снимал видео про Mercedes 190. Я снимал вот в этом качестве. Ну, тут по умолчанию стояли. 16,43 вот. Ну, 16,3. Вот сейчас в нем поснимаем. В этом качестве. Так. Почему-то у нас включилась вспышка. Отключим мы ее. Так, ну вот, начинаем снимать. Все, пошло у нас. Давайте также похожу. В принципе, здесь все полноразмерное у нас идет, вот видео. На телефоне. Можно вот так попробовать. Вот весь. Давайте пройдемся сначала вот так. Притормаживает он весь, он видно. Фокусируется очень фигово. Теперь давайте вот пройдемся вот так.
Это 4.3, 16 мегапикселей сейчас видео. Звук сейчас тоже с телефона. Посмотрите, какой звук пишет. А сейчас звук с камеры. Видео с телефона. Ну, в общем, вот так вот. Останавливаемся. Так, давайте изменим настройки камеры и поставим не 4.3, а поставим 12 мегапикселей. Вот максимально, что тут можно выбрать. 6.9. Вот, кстати, поднялся ветерок. Сейчас посмотрим, как будет на ветерке сниматься. Так, запись пошла. Вот сейчас идет запись. 12 мегапикселей, 16.9. Так, ну вот идет она. Вот так вот, грубо говоря. Ну и на камеру звук вот. Сейчас ветер как раз дует в камеру. Телефон я держу рукой вот так вот. Так. Вот что у нас получается. Так. И теперь мы вот так еще пройдемся. Посмотрим, как лучше положение телефона. Я не знаю, на телефон тоже надо уметь снимать. Камера, конечно, у него, по-русски говоря, вообще никакая. Ну, в принципе, вы оцените качество. Так, вот так вот. Все. Ну, вот чуть-чуть Соньки сейчас вот ставлю звук и видео. Это Соньки идет. Так, выключаемся. Нет, ну да, выключаемся. И переводим сейчас на камеру, протестируем еще, которая вот эта, тыловая или как она правильно. Вот, сейчас тебя снимаю. Ну, давайте развернем сейчас кверх ногами телефон. Посмотрим, как на нее что заснимется. Так. Тут у нас настроек у этой камеры, что-то я не вижу даже, где у нее настройки. Наверное, нету. А, нет. Есть у нее настройки, почему? Вот они. Так, а вот качество записи было 480p. О, вот можно и в HD сделать. Кстати, да, вот мы сейчас, ну-ка, на максимальный поставим. Так. Так, тоже было 16 мегапикселей разрешение, 4.3. Так. А нам надо сделать 16.9. Так, 16.9 максимально можно 9 мегапикселей поставить на этой камере. Вот, все, поставили максимальные настройки. Сейчас попробуем еще разок заснять. Ну-ка еще раз проверим. Да. Все, давайте еще раз на нее заснимем. Снимаем, ну и разворачиваем опять. Так, вот. Фронтальная камера, или как она там, блин? Звук пока с камеры Соньки. Так, и еще тест вот в таком положении телефона. Так, сейчас звук телефона. Ну вот так. Ну, в общем, все, хватит пока. Так. Хватит же, хватит. Ну, качество-то неплохое так, в принципе. На телефоне. Если видно. Так, присоединяем обратно нашу наружную камеру. Ночная камера она вот называется. Вот она у нас. Ну вот на нее почему-то идет вот такого плана видеосъемка. Кстати, а у нее настройки что тут? Контрастность, яркость, запись, круговая запись видео. Это как понять? Закончилась память, будет дальше. В
разрешение вот у нее, у этой камеры 1280 на 720, разрешение у нее не меняется. В принципе, я смотрел просто видео, вот это как раз камера пишет в полном размерном видео. Так. Ага. Все, запись пошла. Еще разочек сейчас пройдемся. Вот уже потемнело маленько. Сделаем еще несколько фоточек, можно делать на нее. Так, запись пока. Так, ну в общем, вот потестировали мы камеру. Сейчас вот идет видеосъемка на ночную камеру. Мишанька держит ее в руках. Криво чуть-чуть сюда поверни. Не-не, вот так. Да блин, Миша, вот так. Вот. Сейчас на нее. Ну а сейчас вот уже изображение идет на Sony. В общем, и звук также на Sony. В общем, пишите, что как мы правильно, как вообще вам нравится качество, допустим, съемки с какой камеры лучше. Ну, конечно, лучше Sony, но телефон тоже для каких-то случаев, я думаю, нам пригодится, особенно это ночная камера. Я думаю, вообще на ночную камеру снимать в гараже. Вот чтобы, ну, какие-то там, у меня в гараже тем более темновато, примерно как вот сейчас на улице сумерки. В общем, напишите, как вообще, что снимает. Ну и также напишите, особенно вот жду по развертке видео с телефона, которое в таком формате непонятном. Это все сейчас будет сделано на одном редакторе, в одном формате будет отредактировано Sony. Поэтому вы потом посмотрите, как будет видео отличаться. Я думаю, будет сильно отличаться. Ну и я сам посмотрю. В общем, все, вот такое небольшое видео по тесту нашего нового телефона с камерой. Будут еще про него видео, я думаю, заснимем. Там кое-какие функции надо его проверить, протестировать, позаснять. Также, конечно, про машины будут видео обязательно. В общем, подписывайтесь на канал, оценивайте, комментируйте, делитесь с друзьями. Ну а на этом, как обычно, всем спасибо за внимание и до свидания.